Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Sunta Ocean. И сейчас я покажу вам, как включить или выключить вибрацию, настроить сигналы. Зажимаем центральную кнопочку, выбираем общие. И здесь нажимаем сигналы. Дальше. Тут мы можем выбрать выключить кнопочки, либо все включить, либо все выключить. Вот, и также мы можем включить или выключить вибрацию. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.